Всем привет! Но перед началом этого видео хотел бы тебя попросить поставить лайк и подписаться на канал. Тебе ведь не сложно, а мне приятно. Поехали! Бекисома – это очень популярная головоломка, состоящая из 7 деталей, и главная задача которой – собрать обычный кубик. Иногда это бывает не так уж и просто. И для этого видео я построил эту головоломку из обычного конструктора Лего. И сейчас в руках я держу эту головоломку, собственно, уже самоделку. Первое, что я хотел бы сделать, это попытаться вообще собрать. И что я вам скажу, то это непросто. Так, мы имеем 7 деталей. И начинать я, наверное, буду с вот этой вот. Мне чего-то кажется, что так будет легче. Так, давайте попробуем. Так, так. Еще сейчас вот так вот попробуем. Сейчас давайте начнем сначала. Итак, поставим для начала вот так, потом вот так. О, ребят, у меня уже с третьего раза получилось собрать кубик. Интересная очень, ребят, головоломка. Также головоломка вот не только для детей, ну и, конечно, для взрослых, потому что я уверен, что не каждый взрослый даже сможет собрать кубик из деталек. Если у вас нету таких кубиков дома, то вы сможете их собрать на моем видео. Погнали!
И так во время туториала мы получили 7 готовых деталей, которые потом уже можно будет превратить в собранную головоломку. Для того, чтобы его собрать, я очень часто беру вот этот вот кубик для основы и начинаю пробовать. Вроде бы пока что все получается. Ребят, что-то тут у меня немного не получается. Сейчас я попробую заново. И ставим последнюю детальку. И все, ура, мы ее собрали. Ребят, надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем, кому оно было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, при возможности пишите комментарии. Ну и всем пока.